Всем доброе утро! Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Наталья. И сегодня у меня, как всегда, обзор заказов Оберлик. Вот у меня тут коробочка. Я только что недавно получила ее. Еще даже не посмотрела, не распаковала, вот только открыла. И хочу сразу вам показать, потому что скоро мы уезжаем, и мне не хотелось оставлять на потом. Поэтому сейчас сразу приступаю к обзору. Еще не распаковала, не доставала. Так что извините, тороплюсь. Ну что, не откладывая долгий ящик, сразу достаю, что вот тут вот у меня сверху лежит. Это значит доски. Я уже себе брала, и дочке брала, и сейчас взяла мамам. Значит, это у нас вот такие две одинаковые доски. Доска мне очень понравилась. Она, во-первых, такая большая, можно сказать, ну, достаточно большая по объему вот. Ничего не выпадает, режешь спокойненько, все здесь остается, никуда не выпадает. Вот, значит, размер у нас какой. Так, разделочная доска, коллекция вдохновения природы, материал волокно пшеницы 45% и полипропилен 55%. Мелкими буквами написано, очень мелко. Размер 32 на 28 на 3 сантиметра. Вот, очень хорошая доска, вот такая, она как будто порифленая такая немножко здесь, с этой стороны тоже так же. В общем, мне очень нравится, можно повесить, кому надо, здесь написано Faberlic. Вот, классная доска. Заказала двум мамам, ну, то есть своей и свекрови. Так, дальше вот такая вот щетка, расческа. Так, расческа бамбуковая, массажная, материал дерево, бамбук и еще что-то, какие-то три буквы. Размер 22 на 4. Вот такая расчесочка. Так, 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 где открывается? Это я себе заказала. Она такая небольшая, вот эту можно, конечно, ниточку убрать, веревочку можно повесить. Я ее уберу, мне она не нужна. Но она такая небольшая по размеру, вот, маленькая. Даже можно сумочку положить. Как мягко расчесывает. Ну, сейчас у меня волосы уложенные, конечно, расчесывает мягко. Потом потестирую, как она будет расчесывать запутанные волосы. Но сейчас расчесывает очень мягко. Вот такая, значит, расчесочка. Так, дальше, 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 дальше. Вот такой мист для тела, витаминный, арбуз и дыня. Мне нравится арбуз, дыня, вот такое сочетание, очень сладкое, я люблю сладкие ароматы, поэтому не первый раз заказываю, вот заказала еще раз. Здесь очень мелкое такое распыление и очень-очень приятный запах. Он, не скажу, что прям сладкий-сладкий, такой, в меру, все в меру. Ну, не знаю, мне нравится. Вот, опять же, на мой вкус. Вот, беру не первый раз. Так, дальше еще одна распыляющая штучка. Так, от Биоси. Значит, это у нас, сейчас скажу, освежитель воздуха. Чистая нежность. Вот. Так, у меня уже есть вот такая вот. Такой освежитель. Вот такой освежитель у меня еще есть, уже вернее, это чувственное наслаждение, вот, он мне очень нравится, где он у меня, и я решила взять еще и чистая нежность, вот, пахнет какими-то травками, свеженькими такими, а этот сейчас посмотрим, немножко отличается, но не очень, цветочки и что-то цитрусовое, по-моему. В общем, мне нравится, я взяла еще один. Тоже мелкое распыление, ненавязчивый такой, приятный запах, на мой вкус. Еще раз повторю. Так, дальше. Еще одна брызгалка. Еще один спрей, освежитель воздуха, и это у нас тропический бриз. Тоже, ой, свежесть, свежесть, свеженький, очень приятный, ненавязчивый, свежий, прям свежий запах. Тропический бриз. Приятный.
Так, ну что говорить-то о них? Их, наверное, эти все освежители знают, их много разных. Вот, я в основном беру вот такие. Значит, это у нас антитопак, сицилийский бергамот. Вот. Очень приятный запах, тоже нежненький такой, спокойный. Он какой-то нейтральный, не знаю, чем пахнет, просто свежесть, чуть-чуть сладость, что-то такое. У нас никто не курит, но просто вот запах, аромат, вот этот сам антитабак, сицилийский бергамот нам нравится. Я взяла две штуки. Вот. И, а эта дочка попросила, сказала, вот хочу попробовать другой. И, кстати, очень даже хороший оказался. Вот другие брала, другие ароматы какие-то там ягодные, апельсин, корица. Ну, в общем, они очень какие-то терпкие, сладкие, ну, такие сильные. Вот, а хотела что-то нейтрального, свежего. Вот как раз вот это то, что нужно. Можно будет повторять. Так, дальше. У нас гель для душа детский. Это у нас Bubblegum. Такая красивая этикеточка нарядная. Сам гель вот такого цвета. Какого-то цвета такого яркого. В общем, такая... Ух ты! Ну, здесь очень концентрированный, конечно. Когда уже наносишь на губку или на тело, там уже немножко с водой разбавляется, уже не такой концентрированный аромат. Bubblegum, не знаю, но что-то сладкое. Вот, будем пробовать. Это я первый раз беру для внучки, поэтому попробуем и посмотрим, как будет. Так, дальше. Взяла концентрированные моющие средства. Так, это у нас универсальные, мультифункционально. Эффективно очищает различные виды полов, стен, потолки, оконные рамы, другие моющиеся поверхности. Не требует смывания, защищает от пыли. Я использую для мытья полов. Вот, в принципе. А так можно вот еще для чего-то использовать. Ну, что про него сказать? Полы очищает хорошо. Остальное я как бы, ну, не пробовала. Вот. Пахнет... Запах, кстати, такой тоже нерезкий, приятный, травяной какой-то для меня. Вот. Хороший. Хорошее средство. Так. Универсальное, может быть, попробую еще что-нибудь намыть. Так. Ну что, еще у нас? У меня сегодня вот такие вот хозяйственные принадлежности для дома. Так, одежду я сегодня не заказывала. Это значит порошок, концентрированный стиральный порошок. Я уже показывала его неоднократно в своих видео, постоянно мы его берем. Это у нас обычный, универсальный. И второй... Горная свежесть. Вот. В принципе, они ничем не отличаются. Здесь немножко просто отдушка есть. А так это два одинаковых, можно сказать, порошка. Вот. Одна пачка на 3 килограмма рассчитана обычного порошка. То есть концентрированный. Надолго хватает. Ну, если правильно использовать. Вот. Очень хороший порошок. Значит, еще пятновыводитель кислородный. Вот такой. Это порошок тоже. Вот. Там ложечка находится мерная. Очень хорошее средство. Выводит. Так, для белых и цветных тканей. Вот. Ну, не знаю, что сказать. Хорошее средство добавляем. Практически при каждой стирке немного. И белье чистое. Ну, сильно загрязненное, я не знаю. Сильно загрязненное, это как? Ну... Не знаю, не пробовал на сильно-сильно загрязненных. Вот обычное белье стираем, добавляем, и все хорошо отстирывает. Так же, как и вот этот вот кислородный отбеливатель, безупречная белизна. Тоже в белые ткани,
когда стираешь, добавляешь. Очень хорошо все тоже светлые белые вещи остаются белыми, и которые чуть-чуть пожелтели, тоже становятся белыми. Но это, опять же, это вот для постоянных таких стирок, для сильно так серых вещей, которые стали после долгой носки, там, может быть, посерели, пожелтели, не знаю. Это вот для обычного повседневной стирки. Других я не проверяла, не знаю. Вот. Дальше, значит, кондиционер для идеальной гладкости. Для волос, конечно же, кондиционер. Такой я беру первый раз. Обычно я беру зеленые упаковочки, вот очень мне нравится. И вот решила попробовать вот такой кондиционер. Питает и разглаживает волосы, дисциплинирует. Даже при влажной погоде дисциплинирует. Создает эффект ламинирования без утяжеления. Ну, не знаю, буду пробовать. В принципе, мне эффект ламинирования не особо нужен, просто иногда пушатся волосы, и вот буду пробовать для таких случаев. Так, по запаху. Здесь, кстати, стоит вот такая штучка, сейчас я ее открою. Надо ее сломать и открыть. Легкий, нежный, такой приятный запах. Так, что я еще взяла? Это масочки. Так, две у меня масочки, вот такие вот тканевые маски. Так, это у нас тонизирующая маска, а это антивозрастная маска. Так, энергия и молодость. Ну, это тканевые, я люблю тканевые маски. Эти маски я еще тоже не брала, первый раз беру, решила попробовать. Поэтому буду пробовать, я еще не знаю. Тоже первый раз беру. Так, еще у меня в заказе две щетки с угольным напылением. Они нам очень нравятся. Черненькая и беленькая. Вот. Ну что, щетки как щетки. Но вот одну открою, покажу. Вот, они... Средняя жесткость у них написано, но они такие прям, вот здесь вот резиновые такие вот штучки с обоих сторон. Вот, и они такие, ну, довольно-таки жесткие, вот. Упругие такие, щетинки. И вот, кстати, на 3-4 месяца использования хватает, и вот, ну, лично у меня они еще в хорошем состоянии, даже жалко выбрасывать. Вот, но менять надо, поэтому вот... Покупаем и меняем. Единственное, вот здесь нет чистки для языка. Кому это очень важно, вот здесь вот обычно бывает, но на этих щетках нет. Вот. Так, и значит, это у меня что? Это дочка заказала. Это контроль. Контроль, по-моему, мучного и сладкого, что-то такое. Дочка у меня решила пройти всю программу. Здесь вот целая программа. Подход к похудению. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Значит, первый это у нас очищение, второй ускорение и контроль. Вот, она вот эти два шага прошла, и вот сейчас взяла третий шаг, контроль. Значит, у нас снижает тягу к сладкому и мучному. Вот этот концентрат. Здесь 60, по-моему. Да, 60 порций. Вот. Здесь, по-моему, закрыто. Ой. Ну, ладно, открою. А, ну, тут все равно зафольгировано, так что... Ладно. Так, и что еще? Румяна заказала, значит, я себе. Румяна. Сейчас покажу. Вот у меня заканчиваются, уже практически закончились. Такие же. Вот. Были у меня... И я взяла новые, точно такие же. В принципе, они меня всем устраивают. Цвет мне подходит. Они, кстати, немножко пылятся, когда их вот кисточкой... Сейчас покажу. Вот когда кисточкой вот так вот делаешь, чуть-чуть они пылятся. Но, в принципе, ну, меня все устраивает. Так, сейчас я вам... Сводчик, что ли, сделаю? Видно? Вот.
Очень нежный, очень деликатный такой цвет получается. Не как матрешка. Вот. Так что взяла себе. И остался у нас... Коробку уберу, мешает. И остался у нас карандаш для губ. Вот такой автоматический. Сейчас открою. Покажу. Вот такой карандашик. Мне нравятся именно вот такие автоматические. Ой, сколько много здесь. Карандашики. Сейчас сделаю сводчик. Вот такой вот цвет. Практически как моя помада. По-моему, пыльно-розовый, что-то такое. Пастельный розовый, ну, в общем, вот такой. Мне как раз подошел такой цвет. Забыла сказать, что пришел мне новый каталог, 12-й. Так, начинает действовать с 8 августа по 28 августа. Показываю вам поближе румяна. Не знаю, мне очень нравится. Немножко шиммер есть. То есть можно даже как хайлайтер. Вот такие румяна. Вот такая расчесочка тоже поближе. Покажу, кому интересно. Фаберлик. Вот. Но она такая, довольно-таки небольшая. И карандаш поближе тоже покажу. Вот такой заказ у меня получился. Всем пока-пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.